Привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас обзор вот этого очаровательнейшего создания, которое называется Eau de Parfum Tout от Gucci. И я скажу вам по секрету, те, кто любит Донну Феличи Фаберлики, просто вас просто заколбасит от этого аромата. 1000%. I see you tap your feet, you're on the city beat, you're really looking slick, I think your shoes are sick. Постараюсь уложиться в 5 минут, чтобы не отнимать ваше драгоценнейшее время. Коробочка открывается вот так. А для начинающих парфюм-маньяков не рекомендую выбрасывать коробочки, потому что вот этот аромат, он... По мнению многих, он идет на именно холодное время года. Вот такая вот, вот такой красивенький флакончик, просто вообще классный. Я посмотрела пирамиду, и я сейчас себе, на себя его нанесу. Значит, и что я хочу сказать. Из моих безусловнейших фаворитов этой осени Си Армани, потому что там черная смородина. И мне очень нравится этот аромат тоже, потому что здесь есть черная смородина. Причем она существует там даже в двух видах, то есть ее должно быть очень-очень много. Но, опять же, в зависимости от температуры, влажности и кислотности вашей кожи, он может начать выдавать кому-то черную смородину, кому-то елку, кому-то апельсины. Но в любом случае елочка и апельсинчики здесь будут звучать, потому что в базе белый кедр, мускус и еще одна нота, я напишу какая. И в двух вариантах присутствуют цитрусовые в верхних нотах, поэтому елочку в базе, белый кедр в частности, и цитрусы вы услышите, то есть то, за что я обожала несколько лет подряд Донну Феличи, оказывается, было ближе ко мне, чем я могла подумать. Сейчас на данный момент у меня 3 аромата Gucci находятся на обзоре. Спасибо большое Яночка, это она мне их дала, чтобы я вам могла про них рассказать, потому что она фанат Gucci. Ну, в общем, девочки и мальчики, советую присмотреться, кто еще не присматривался. И он такой вот, реально такой аромат декабря, аромат января, аромат Нового года. То есть присмотритесь, потому что композиция составлена достаточно красиво и благородно, и, знаете, было бы, что так ни шатка, ни валка, я бы нашла повод докопаться. Лицом этого аромата в разные периоды были разные модели, в том числе жительница Украины Снежана Анопка, там очень красиво отфотошоплено на рекламе. Все красиво. То есть, и я уже писала где-то, да, я писала на Фрагрантике. Gucci, нужно сказать отдельное спасибо за дизайн флаконов. Они такие тяжелые, они такие красивые, они такие блестящие, они такие разные. В общем, одни восторги, если честно. Очень нравится. Eau de Parfum, соответственно, со стойкостью все более чем хорошо и на одежде, и на коже. Пятен не оставляет. Ну, в общем, в нем нет ничего, за что его можно было бы не любить. Это я вам точно говорю. Он перерождается. То есть он перерождается настолько, насколько он вообще захочет. И я начинающий парфюманьяк, то есть я еще не знаю, там кислотность, температура, влажность, очень много разных есть моментов, по которым это будет звучать более или менее красиво на вас или на ваших родных и близких. Но на одежде, да, здесь нет никакой кислотности, все очень красиво.
Вот, рекомендую поразнашивать, если есть возможность, если есть у кого-то из ваших родных и близких. А в следующем видео я расскажу вам вот про этого чудесного малыша. I see you tap your feet, you're on the city beat, you're really looking slick, I think your shoes are sick.